А теперь о долгожданном событии в сфере благоустройства областной столицы. 43 новых остановочных павильона наконец-то появятся на улицах Твери в текущем году. Это объекты трех типов, которые разместят как на крупных транспортных узлах в центре, так и в отдаленных районах города. Все работы будут проводиться сотрудниками МУБЖЭК. В частности, на наиболее загруженных остановках и транспортно-пересадочных узлах смонтируют павильоны марок «Элегант П» и «Стандарт». Планируется установить 23 таких комплекса. 10 в Центральном районе, 8 в Заволжском, 3 в Пролетарском и 2 в Московском. Второе важное направление – окраины областной столицы, где зачастую вообще не было никаких павильонов. В этом случае после проведения подготовительных работ планируется установить объекты типа ОП-6. Речь идет о 20 точках в Пролетарском, Московском и Заволжском районах.